Коллеги, рядом со мной Анна Сироткина, компания «Баон». Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, вы были спикером на деловой сессии, хочется узнать тему. Мы обсуждали возможности и, собственно говоря, перспективы, которые перед нами есть в текущей ситуации. Надо сказать, что достаточно позитивно произошла сессия. С точки зрения компании «Баон», нам 30 лет в этом году исполнилось, да? Мы какие только стадии не проходили, сколько кризисов не переживали, и понимаем, что, в общем-то, из каждого мы можем что-то вынести, а в данной текущей ситуации, когда закрываются западные бренды, мы понимаем, что мы можем, мы готовы уже занять их нишу и готовы производить качественный продукт, собственно говоря, который мы и производим, готовы расширяться. Конечно, есть сложности, которые тоже на сессии были обозначены с точки зрения локализации. Наверное, в сельском хозяйстве ситуация получше, да, в легкой промышленности как-то пока не очень хорошо все, не такими темпами движется, которыми нам хотелось бы. Сейчас у нас доля российского производства около 20%. Нам хотелось бы довести ее до 40%. Мы пытаемся это сделать, но, к сожалению, в промышленных объемах производить продукцию в России достаточно сложно. Очень много мелких производств, но вот глобально крупных, которые могут переварить наши объемы с тем уровнем качества, который нам нужно, хотелось бы, чтобы их было больше. Но глобально на нашей компании логистические проблемы не сказались. Мы как производили основную часть продукции в Азии, так и производим. Немножко, конечно, удорожалась логистика, удлинились сроки, но надеемся, что вот сейчас, там, в августе, когда пойдет массово новая коллекция, все-таки мы пройдем без таких проблем, как были весной, потому что, насколько я знаю, на таможенных пунктах ситуация налаживается, выделены дополнительные мощности для разгрузки, и мы достаточно быстро сможем разгрузиться и получить товар, потому что сейчас мы размещались в очень сложное время, когда был очень высокий курс, и размещались поздно. Поэтому вот у всех в одно время в августе придет много товара. Мы надеемся, что мы сможем избежать сложностей и получить товар вовремя. Ну и, наверное, еще одна проблема, которая тоже прозвучала, то, что вот в текущих условиях очень сложно прогнозировать, что будет дальше. Очень сложно прогнозировать спрос и сложно прогнозировать, кто же из брендов уйдет, кто останется. Поэтому просчитать те объемы, которые нам необходимы, имея как бы на одной чаше весов возможности, а на другой чаше весов риски, да, то есть здесь вот с этим, конечно, наверное, сейчас самая главная сложность, потому что мы можем произвести много, мы можем произвести хорошо. Самое главное, что как бы должен быть спрос, должен быть открыт рынок для продаж. Надеюсь, рынок будет открыт. Самое главное, что наши люди продолжают хотеть выглядеть замечательно. И какие бренды останутся, какие уйдут, мы не знаем. Знаем, что останется точно «Баон», и он нас не бросит. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо вам.